Итак, давайте закончим перерыв и погнали дальше. Ну, дальше нам остался квест и все. Потом сюжет. Стоп, куда я пошел? Мне казалось, это чуть дальше. Так, ну посмотрим, что там за призрак. Все мои несчастья за последний год были вызваны злым духом. До тех пор, пока этот злой дух будет находиться рядом со мною, несчастья будут тоже преследовать меня. Что же мне делать? Ну, на острове есть люди, которые могут знать что-то про призраки и так далее, и вообще быть заинтересованы этой темой. И если оставить его, будет, конечно, неприятно, если потом он поднимет шумиху из-за этого. Стоит ли соглашаться помогать ему и выяснить личность призрака? Конечно. В таком случае у меня есть предложение. Если вы обратитесь ко мне за помощью в официальной форме, как к Спригану, то я с радостью раскрою личность этого призрака. Запрос? А, вы имеете в виду эти так называемые FOSPG? Да. К счастью, на этом острове есть люди, которые знают толк в сверхъестественных вещах. Поэтому я думаю, что, возможно, мы действительно сможем узнать истинную личность этого призрака. Если окажется, что это действительно призрак, то эти люди смогут помочь изгнать его. По-моему, так будет лучше, чем просто сидеть, продолжать и бояться. Мне это, конечно, не нравится, но в этом смысл есть. Ладно, тогда я делаю запрос. Однако мне неизвестно, насколько эти люди надежны, о которых вы говорите. Итак, в таком случае вы не против одолжить мне фотографии? Да, конечно. Ну что ж, тогда я пойду и поговорю с Мариэль, которая сделала эту фотографию. А также попытаюсь найти кого-нибудь, кто знает очень много про этот остров. После этого я попрошу своих знакомых, которые знают, как разобраться с сверхъестественным, и попрошу их прийти и взглянуть на вас. Так что до тех пор ждите в комнате. Хорошо, только, пожалуйста, побыстрее. Итак, сначала надо поговорить с Мариэль. А насчет человека, который хорошо знаком с островом, наверное, стоит обратиться к менеджеру виллы. А после этого нужно будет пойти и обратиться за помощью к рыцарям Святого Грааля.
Насколько я помню, рыжая говорила, что не очень хорошо видит духов, так что придется положиться на другого. Есть, конечно, еще она, сверху написано Шизуне, которая упомянула что-то о том, что может заниматься экзорцизмом, когда Мала завладела телом Юме. Ладно, думаю, надо пойти поговорить с ними. Так, ну, Ризуна, ладно. Напоминает ли что-нибудь эти картины? Начнем с Риона. Прости за внезапность, но я хотел попросить у тебя советы. Ну да, конечно, вперед. Потому что долг любого священника выслушивать всех, кто имеет какие-то проблемы, вне зависимости от того, какой он подозрительный человек. Это было немного лишнее, тебе не кажется? Ван достал фотографию Таузена и объяснил ситуацию. Истинная личность этого призрака. Из этой фотографии, к сожалению, ничего понять нельзя. Но тот факт, что она была сделана на этом острове, представляет интерес. И что это значит? Ну, я объясню все после того, как встречусь с Таузеном Саном. Ну что, пойдем к нему? А, так вы священник из Септианской церкви? Я странствующий священник Рион. Приятно познакомиться. К сожалению, сама фотография мало о чем говорит, поэтому я решил лично прийти и увидеть вас. Ну, что ты думаешь о нем? Можешь не беспокоиться. Вас никто и ничего не преследует. О, правда? Очень обнадеживает подобные слова, услышанные от священника. Но тем не менее, я все равно советую вам быть поосторожнее на всякий случай. Я чувствую буйную духовную энергию, глубоко укоренившуюся на этом острове. Опа. Чего? Глубоко укоренившуюся? В смысле, что ты имеешь в виду? Именно то, что я только что сказал. Я почувствовал это с того самого момента, как мы приземлились сюда. Темная, почти застойная энергия по всему острову.
Но пока не проведем нормальное расследование, ничего не сможем сказать наверняка. Как бы то ни было, различные духи, как правило, любят собираться в подобных местах. Даже несмотря на то, что сейчас вас не преследует никто, всегда есть вероятность того, что в будущем вы можете стать его жертвой. Нам до сих пор неизвестно, что это за белая тень, туман. Поэтому советую вам пока что воздержаться от ночных прогулок. Вам стоит быть осторожнее и днем тоже, чтобы не попасть в какой-нибудь инцидент или еще хуже. Я понял. Но после ваших слов, мне кажется, я буду бояться еще больше. Ты действительно сказал несколько очень интересных вещей. Спасибо. Да не за что, в конце концов, это моя работа. Ну что ж, прошу простить меня. Ну что ж, пошли дальше. Пошли. Так, Ван достал фотографию Таузена и объяснил ситуацию. Понятно. Это действительно похоже на фотографию призрака. Как менеджер этой виллы, у вас нет никаких мыслей, что это может быть? Ну, как минимум могу сказать следующее. Мы никогда не получали какие-то жалобы насчет призраков. Если вы хотите узнать о каких-нибудь инцидентах, которые вызвали панику, ну это уже другой разговор. Могу я попросить вас рассказать подробнее тогда? Ну хорошо. У нас как-то был один гость, который однажды ночью решил отправиться на прогулку и сообщил, что видел огромную страшную тень. Я подумал, что, возможно, это просто какой-то монстр. Или призрак. Ну и на следующий день мы провели расследование. Ну, в итоге оказалось, что это был просто дикий зверь. Проблема в том, что тень, которую они отбрасывают из-за уличного света, может сделать их гораздо более грозными и страшными, чем ты ожидаешь. Вот и гость напугался. Хм.
Да, обычная история. Ну ладно. То, что у вас не было никаких проблем с призраками в прошлом, это действительно хорошая информация для меня. Прошу прощения, что не могу помочь больше. Если я могу еще чем-то вам помочь, просто скажите. Хорошо, спасибо. Итак, дальше. А, это диалог, который мы читали. О. Так, ну, Ван, короче, показал фотографию Таузена и объяснил ситуацию. Я не могу поверить, что сфотографировала призрака. Мне стоило повнимательнее посмотреть на все фотографии, прежде чем отдавать их людям. Потому что вот в итоге напугало Таузена Саны. Нужно будет извиниться потом позже. Ну, мне кажется, старик как-то слишком напугался прямо. Ну, кстати, как часто такие вещи у тебя встречались? Ну, на самом деле это не часто бывает. Но изредка получаются вот такие фотографии. Кое-какие мои сэмпаи из новостного агентства Тирель говорили, что с ними такое никогда не происходило. Интересно, неужели это все из-за ее удачи? Когда ты делал эту фотографию, ты не заметил ничего странного? Да нет, вроде ничего особенного не было. Был уже вечер. Я как раз заканчивал фотографировать. И увидела как раз Таузена Саны. Опа. Мне показалось, что он собирается зайти в заброшенную церковь. Но потом решил не делать этого. Поэтому я решил сфотографировать его, чтобы потом дать эту фотографию как сувенир. Кстати, вспоминая, мне пришлось использовать вспышку, чтобы сделать ту фотографию. Это, наверное, единственное, что отличается... Нет. Это, наверное, единственный момент, который отличается... От всех других моментов, когда я фотографировал сегодня. Вспышка, да? Может быть, это действительно как-то связано? Вероятность не нулевая. Спасибо за информацию. Ну, я рада, что смогла помочь. Итак, дальше. Заброшенная церковь. Прости, что прерываю твое веселье. Но я хотел бы поговорить с тобой насчет одного дела. Ну хорошо. Я не против. Ван достал фотографию Таузена. И я объяснил ситуацию. Понятно. Так, вот оно как.
Интересный у тебя запрос. Узнать истинную личность этой призрачной фигуры. Хотя, в каком-то смысле, думаю, подобные вещи неизбежны на этом острове. Что ты имеешь в виду? Ну, это просто слова, не обращай внимания. Не беспокойся об этом сейчас. Ага, просто слова. Слушай, если ты не хочешь рассказывать, то давай без намеков. Ладно, вернемся к теме. Это правда, что я могу видеть и изгонять духов, которые пытаются овладеть кем-то. Но я не вижу ничего подобного на этой фотографии. Если я встречусь лично с этим человеком, возможно, все будет иначе. Ну, в таком случае, прости, что прошу, но ты не могла бы пойти со мной и увидеть старика. Ну, кроме того, я думаю, ему будет легче понять, если ты все ему сама объяснишь напрямую. Ладно, я не против. Тогда пошли. Ну, здравствуй. Я привел тут кое-кого. Прошу прощения, но кто эта девушка? Она с Дальнего Востока. И оказывается, она может видеть духов, которые могут попытаться завладеть кем-то. Меня зовут Шизуне. Надеюсь, мы поладим с вами, бывший генеральный директор Верт. Окей. Я, конечно, не очень все понимаю, но ладно, полагаюсь на вас. Итак, что вы думаете о фотографии? Могу я узнать сначала это? Глядя на фотографию, я не почувствовала никакой странной призрачной энергии. По этой причине я решила прийти сама, встретиться с вами лично. Да, похоже, вы не одержимы никаким злым духом. Однако не могу не сказать, что я чувствую в вас энергию инь. Энергию инь. Да, если говорить более простыми словами, это может быть признаком нежелания или застоя. Просто сильный инь притягивает негатив. Например, невезение,
Ну или злых духов. Угу. Я, конечно, не знаю, какие у вас обстоятельства в жизни, но я бы порекомендовала вам по возможности забыть о всех заботах, которые сейчас вас гложат, и попытаться хоть немного расслабиться. Блин, хороший совет, надо взять на заметку. А этот совет оказался намного более здравым, чем я ожидал. Да, но в итоге все самое худшее свалилось на меня снова, именно в том месте, куда я пришел отдыхать. Но в любом случае, это было полезно, спасибо. Но тогда что это было за белый туман на фотографии? Или тень? Или что это? Ну, я не думаю, что это какой-то призрак. И вряд ли что-то живое вообще. Что-то я тебя не понимаю. Может быть, я говорю слишком много. Все-таки я не медиум по профессии. Просто то, что я сказал ранее, является одной из возможностей, вероятностей, что это может быть. Окей. Я понял. Ну что ж. Тогда Шизуна-кун, спасибо вам за помощь. Да, спасибо за все. Окей. Ну что ж. Думаю, на этом расследование закончено. Я собрал много интересных мнений по поводу этого вопроса, но, к сожалению, не нашел ничего убедительного. Думаю, у меня нет иного выбора, кроме как самому отправиться на место, где была сделана эта фотография, и изучить там все. Вскоре после этого Ван покинул виллу и отправился к церкви недалеко. Ого, какие интересные тут люди. Что вы тут делаете? О, Ван-кун. Да я просто решил прогуляться для того, чтобы ознакомиться с местностью. Однако я почувствовал очень странную ауру, исходящую от этой заброшенной церкви. Странная аура.
Это правда, что я тоже чувствую что-то подозрительное, исходящее от нее. Но не могу сказать, что это. Да, похоже... Ты недостаточно натренирован. Но с другой стороны, ты выглядишь так, будто направляешься специально в эту церковь по какому-то делу. Ну да, на самом деле у меня тут запрос. Так, Ван показал фотографию Касиму и рассказал об ситуации с Таузаном и призраком. Понятно. Бывший генеральный директор Верн, похоже, всегда попадает в неприятности. И я удивлен, что Сприган решил заняться таким запросом. Это сарказм, что ли? Мне пришлось его принять, потому что иначе это может вызвать проблемы потом. Но в любом случае, у тебя есть какие-то комментарии насчет фотографии? Фотографии? Нет. Этот белый туман, конечно, вызывает беспокойство, но на этом все. Понятно. Думаю, я не докопаюсь до истины, пока сам не проведу расследование. Ну, в таком случае, пойдем в заброшенную церковь. Нам как раз по пути. Мне довольно странное чувство возникает из-за того, что я пойду с тобой туда, но... Ладно, думаю, выбора нету. Так, сейчас, секунду. Заброшенная церковь. Да, здесь действительно царит очень уникальная атмосфера ночью. Не часто можно встретить Путианскую церковь в руинах, вот как эту. Обычно подобные церкви можно встретить только в зонах конфликтов, в заброшенных деревнях, откуда были эвакуированы жители, например. И правда? Вот эта церковь очень необычная, если хочешь знать мое мнение. Ну что ж, тогда, думаю, стоит начинать свое расследование. Это небольшое место, но все равно давай лучше разделимся. Хорошо, я не против. Я хочу, чтобы ты показал мне, какой ответ ты найдешь в отношении этого призрака на фотографии. Возможно, это имеет какое-то отношение к той необычной ауре, о которой ты говорил ранее. Ну,
Чем больше мнений будет, тем лучше. Мнений, суждений по этому поводу. Само собой, если я сам найду какие-нибудь подсказки, обязательно поделюсь с тобой. Ну, в таком случае, ладно, думаю, соглашусь. Ну, тогда увидимся позже. Итак, я до сих пор не знаю, что это за белый туман был. Ну, думаю, стоит начать с активации поиска по осколкам. Если я смогу найти какие-то следы, возможно, это приведет меня к чему-нибудь. Ну что ж, стоит сначала отправиться в церковь и посмотреть, что там можно найти в качестве подсказки. О, место для рыбалки. Ну да, нашли. Ой. Ничего себе! Голан Грис. Рыба называется. Грязный портативный орбал фонарик, который тут брошен. Это просто портативный орбал фонарик. Он выглядит довольно старым, но несмотря на это, похоже, батарейка еще живая. Народ с виллы точно бы не оставили его здесь. Интересно, может, это кто-то из туристов забыл? Точнее, персонал с виллы не оставили бы его здесь. Возможно, кто-то из туристов. Я вполне могу себе представить, что кто-то решил прийти ночью в эту церковь, чтобы пройти испытание на храбрость. И, возможно, этот человек в панике по какой-то причине выбросил или уронил фонарик и убежал. Опа. А это похоже на медальон. О. Богиня небес. Ну, надпись написанная там, если посмотреть. Похоже, на нем изображен образ богини небес. И, судя по внешнему виду, довольно старая вещь. Выглядит так, будто его растоптали и раскололи.
Думаю, не стоит удивляться тому, что в заброшенной церкви можно найти подобные вещи, но... Что-то в этой штуке меня беспокоит. Такое чувство, оно будто оттуда. А, о, там снизу еще. Пропустил. Так. Здесь тропа обрывается. Или след обрывается. Судя по его движению, хозяин этого следа, похоже, бродил здесь с определенной целью. Но это не похоже на следы человека. Я бы сказал, скорее это похоже на следы какого-то монстра. Вопрос только в том, что это за монстр? И как он связан с инцидентом с призраком? Он, похоже, имеет круглую форму. Это звучит знакомо. Ой, нет. Только не они. Так, вроде я уже осмотрел и изучил все подозрительные места. Думаю, мне есть представление о том, что здесь происходит. Надо, наверное, пойти поговорить с бывшим инструктором. Уже закончил расследование? Как-то быстро, не ожидал. Но это место все-таки небольшое. А что насчет вас? Вы нашли... Что-то касательно того странного присутствия, что вы почувствовали. Нет, похоже, я был позади тебя в этом плане. Ну и, возможно, это вообще не связано с твоим делом. Правда? Прости. А, прошу прощения. Оу. А, это ты? Что ты тут делаешь? В смысле, что я тут делаю? Занимаюсь расследованием касательно этой фотографии с призраком. Поскольку я сделал эту фотографию, я хочу узнать, могу ли я чем-то помочь. Я пришла сюда, потому что подумала, что, скорее всего, Ван Сан, вы сами направились сюда. Хм. Вот как. Ну и бинго, ты попала в цель. Я вижу еще люди с МК. Надеюсь, я не помешаю вам, ребята. Не, все в порядке. Похоже, что Ван уже понял, кто у нас этот призрак на самом деле. Так что я думаю, вы пришли как раз вовремя. О, уже что-то поняли? Да. Это оказалось на удивление легко разгадать, исходя из имеющихся улик. Я нашел следы маленького круглого монстра в заброшенной церкви. А еще я нашел... брошенный орбул фонарик и треснувший медальон.
Эти улики указывают на истинную личность этого белого тумана. Скорее даже не так, а тогда будет по-другому фраза звучать предыдущая. Все имеющиеся у меня... Нет, из всех имеющихся у меня улик, одна самая важная указывает на настоящую личность этой белой тени, белого тумана. Так, и какая из улик, собственно, указывает на это в первую очередь, кто является виновником? Маленькие круглые следы. Брошенный фонарик, треснувший медальон. Ну, следы очевидны. Следы маленького и круглого монстра, который я нашел с помощью поиска по осколкам. Это самое главное доказательство. Следы? О чем это вы? Видишь ли, этот монстр немного особенный. Он не ходит ногами и не летает, а передвигается прыжками. Хм. Да, так и есть, я так и думал, что это он. Кроме того, учитывая, что мы имеем дело с маленьким и круглым существом, то, скорее всего, это монстр Пом. Пом. Прошу прощения, я не очень разбираюсь в монстрах, так что я тут немного сбита с толку. Это разновидность монстров, которые обитают по всему континенту. Так что нет ничего удивительного, что они и тут обитают. Он хорошо умеет прятаться и очень быстро убегает. Ну, сейчас их довольно редко можно встретить. Среди них, кстати, есть еще особый вид, который светится. Они еще бывают самых разных цветов, но самые распространенные — это белый. Понятно. Тогда, учитывая, какими способностями они обладают, неудивительно, что я не смогла увидеть его. Тогда белая тень, которую я запечатлела на фотографии... Да. Это самое важное. А, сейчас мы переходим к самому важному. Помнишь, ты говорила, что тебе пришлось использовать вспышку для того, чтобы сфотографировать бывшего генерального директора? Я думаю, что в то время этот Пом как раз прятался здесь, в церкви. Но, увидев вспышку, испугался и ушел из своего укрытия. По чистому совпадению, это случилось как раз именно в тот момент, когда Пом оказался позади... Нет, когда бывший генеральный директор оказался позади этого Пома. Хм, вот как... Ну, тогда вот, тайна раскрытая. А разговоров-то было.
Но я думаю, что Thousand Sun не будет убежден до тех пор, пока мы не покажем ему доказательства. А что если я снова попытаюсь сделать фотографию со вспышкой? Кто знает, что может случиться? Учитывая, что это Мэри Эль, у нее все получится. Тот факт, что мы вломились в эту заброшенную деревню на его территории, скорее всего, Пом мог испугаться и свалить уже. Но с другой стороны, учитывая, что мы все еще видели следы тут, может быть, все-таки есть шанс встретить его. То есть, наш виновник все еще может быть тут. Но заставить его выйти из укрытия не так легко. Может быть, мне стоит не использовать фотоаппарат. И попытаться все-таки убедить Таузана Сана с помощью слов. Да нет, у меня есть идея получше. Давайте все-таки разоблачим его. Ну, посмотрим, как ты справишься с этим. В смысле? Он действительно появился. Я не понимаю, как, но это потрясающе. А так, надо его сфотографировать. Да. Он довольно быстрый. Что, пойдем за ним? Да, мы не можем оставить мост, а бродить по главной дороге. Это может быть опасно. Ну что ж, мы загнали тебя в угол. Да, но похоже, он зовет на помощь. Они приходят с обеих сторон. Ой. Ой. Это выглядит довольно опасно. Ты отойди куда-нибудь подальше и жди нас там. Да, я помогу тебе разобраться с этим. Упс. Это его братки. Да, блин, у меня даже СП нету. Да не бывает разных размеров.
Был бы у меня CP. Мы бы его просто завалили. Одним ударом. こちらの番だ。ブーストチャンス消えろよ。ソラよ。 Варя украл CP. Да ты издеваешься? Да, Касим тащит в одиночку, вам бесполезен. Уборка закончена. Это была уборка для него, типа. Да, несмотря на внешний вид, этот пом был довольно упрямым. Хорошо постарались оба. Находясь там в безопасности, мне удалось сделать парочку отличных фотографий пома. Хотя из-за того, что он двигается так быстро, на некоторых из фотографий, скорее всего, он будет как белый туман. Думаю, это будет убедительным доказательством для Таузана Сана. Ну, ты отлично справилась. Думаю, на этом с запросом, можно сказать, разобрались. Что еще тебе? Да, я тоже на сегодня заканчиваю. Я все еще обеспокоен, но сначала мне нужно разобраться с более важными делами. Вот как. Разобраться с более важными делами. Да, с этим тоже действительно нужно разобраться. В самом деле, вот это небольшое расследование помогло выявить очень интересные моменты. Тогда что, можно возвращаться на виллу всем троим? После этого они втроем вернулись на виллу. И по дороге еще расстались с Касимом, который пошел своей дорогой. После этого Ван и Мариэль отправились вместе в комнату Таузана.
Да, действительно, форма этого монстра совпадает с формой того белого тумана на фотографии. Ну вот, видите? Так что на фотографии это не призрак. Это просто обычная фотография, на котором монстр случайно попал. Просто он размытый. Да, все оказалось так просто. Мне действительно стыдно за то, что я себя так вел. Ну, прошу прощения, Таузен-сан, это все я виноват. Ну, Астер, нет, они пришли в виллу вместе, а потом, собственно, каждый пошел своей дорогой. То есть он пошел там внизу, скорее всего, к остальным, а Мариэль, собственно, Иван пошли наверх. В этом смысле имеется в виду. Если бы я как следует проверяла бы фотографии, прежде чем отдавать их вам, ничего такого не случилось. Да нет, что вы. Этот монстр на фотографии, он во всем виноват. А не вы. Спасибо. Тем не менее, то, что сказал отец и Шизуна, меня беспокоит. Существует нулевая вероятность, по их словам, что в ближайшем будущем может возникнуть какое-нибудь паранормальное явление. Мне придется быть как можно более осторожным и обратиться за советом по этому вопросу позже. Ну да. Он прав, судя по тому, что те двое сказали, на этом острове действительно происходит что-то паранормальное. Как будто эта ситуация и так не была достаточно сложной. Теперь еще и это. Ван Сан, что-то не так? Да не, ничего такого важного. Ну, если ночью что-то случится, ты всегда можешь обратиться за помощью к своему соседу, Уолтеру. Я уверен, что он избавится от любого без каких-либо проблем. Правда, он может еще разрушить комнату в процессе, но это ладно. Это одновременно и обнадеживает, и пугает. Ладно, буду иметь в виду. Нас почти поймали. Да. Вот этот пылающий вихрь Касим действительно непростой противник. Я не ожидал, что он сможет заметить наше присутствие. Ну, ладно. Завтра нам скучать точно не придется. Так что нужно просто дождаться. Ну да. С другой стороны, это та еще заноза в заднице, потому что нам придется делать дополнительную ненужную работу еще. Но в любом случае, теперь, когда заброшенная церковь находится под наблюдением с их стороны, нам придется воспользоваться вторым объектом. Понял. Эх, как бы мне хотелось сейчас поиграть с ними. Но
сожалению, придется это оставить на потом. Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Гости острова Немет. И отлично. Готово. Несмотря на то, что меня уволили с поста генерального директора, я не ожидал, что мне выпадет шанс встретиться с вами. Я пришел в ресторан для того, чтобы немного попытаться сменить обстановку, и может это поможет сменить настроение еще. Но, похоже, я все-таки не совсем вовремя пришел сюда. Так, что, все? Все? Ночные активности закончены. Ура. Это было долго и весело. И интересно. Да, квестик получился неплохой. Правда, я ожидал, что закончится все немного по-другому. Там реально будет какой-нибудь призрак. Я точно пома не ожидал. Ну, ладно, почему бы и нет. Так, ну что ж. Тогда сейвимся, и продолжение следует.